Всем привет! Мы одержали вторую подряд сухую победу на турнире. И это пока единственный плюс в игре нашей сборной. Но обо всем по порядку в моем обзоре. Погнали! В состав на этот матч был точно такой же, как и со Швейцарией, кроме одной позиции. Бэкапом Федотова вместо Самонова стал Белялов. В остальном никаких изменений в сочетаниях. Начали мы эту игру очень бодро и заряженно. Сразу вкрутили темп и побежали давить датчан. Видимо, была сделана ставка на быстрый гол, чтобы потом датчане раскрывались, а мы этим пользовались. Но такой темп продержался всего 2-3 минуты. Дания в целом спокойно его вытерпела и сдвинула игру в свое комфортное русло. Это неспешный темп, плотный средней зоне и вязкая борьба. По первому периоду было очень заметно, что пока между нашими игроками очень мало понимания. Отсюда какие-то непонятные передачи, перекаты и много бестолковых атак. В середине периода Артур Каюмов получил травму после силового приема. После ушел в раздевалку и в матче больше не появлялся. О травме пока нет никакой информации, говорят, повреждена верхняя часть тела, и неизвестно, сможет ли он принять участие в матче против Чехии. Дальше по игре мы еще больше увязли в датские сети, темп стал медленнее, а комбинации на горизонте не было видно от слова совсем. Дания в первом периоде пыталась нас провоцировать в надежде, что кто-то из наших может психануть и схватить глупое удаление, как это было в прошлом матче с Антоном Слепышевым. Но наш урок вроде как усвоили, как минимум в этом матче. А вот датчане схватили свое первое удаление за 6 минут 34 секунды до конца первого периода. Но такое ощущение, что за весь цикл подготовки нашей сборной мы так и не отработали большинство. Пытались растягивать оборону Дании, но с передачами было не супер. Гусев несколько раз обрезал нас в большинстве, и датчане спокойно перехватывали эту шайбу. Как итог, 0 бросков при игре 5 на 4. В конце периода наши добавили скорости. Мы выиграли несколько вбрасываний, бросали в сторону ворот, но чаще шайба не доходила до вратаря. Первый период по броскам закончился 3-6 в нашу пользу, и это на 2 броска меньше, чем было в матче со Швейцарией. Какой ужас. Но тренер Сергей Федоров говорит, что нам надо меньше креативить, и тогда все придет. Чем проще мы в атаке сыграем, я считаю, нам это принесет лучший результат, чем в прошлой игре. В прошлой игре мы немножко перебрали с креативом. А вы видели какой-нибудь креатив в матче со Швейцарией или Данией? Я вот что-то не особо. А тот, который получался, как раз нам приносил опасные моменты у ворот соперников. Ставь лайк, если согласен. Почти сразу же в начале второго периода мы получаем еще один шанс сыграть в большинстве. Удалось вывести на бросок Нестерова, но наши не успели сработать на подборе. И это единственная атака, которая дошла до завершения. В остальном это была бестолковая возня. Еще одно большинство случилось на 5-й минуте, и датчане снова дают нам шанс. Бери, забивай, Россия! Но у сборной России свои планы на этот счет. И вот он, первый очень хороший и опасный момент. Гусев передает передачу под бросок Ткачеву, но таким броском большого Ди не возьмешь. Потом Шипачев взял все в свои руки, доехал до вратаря, бросил, но опять в тело голкипера. В целом датчане очень классно перекрывали возможность для броска, не давая нашим попадать в створ ворот. Преимущество в первой половине второго периода было за нами, но пока без 100% моментов и главное голов. Стоило мне это написать в своей заметке, как мы тут же забрасываем первую шайбу на 29-й минуте матча. Яковлев верхом подкидывает шайбу в вратарскую зону, шайба отскакивает ото льда в Дикого, Диков отбрасывает ее в сторону. Воронков подбирает, отдает пас на Слепышева и Антон бросает. И как хорошо, что бросок у Антона не получился. На пятаке подбирает ее Карнаухов, бросает раз, бросает два и 1-0 ведем. И вот сработал неконтролируемый креатив. Если бы бросок получился у Слепышева, то, скорее всего, он бы попал также в вратаря и ничем острым для нас не закончился. Ура, ликуем! Далее мы немного успокоились, а датчане завладели шайбой и пытались что-то придумать в нашей зоне. На 14-й минуте встречи Арсений Грицук подобрал шайбу и сам дошел до ворот по правому краю. Но ничего опасного не случилось. Но за попытку лайк. Но Федоров бы сказал, что за креатив, блэд. За 5 минут до конца периода Никишин теряет в борьбе шайбу и создает момент 1-0 для Дании, который чуть не закончился голом, если бы не Иван Федотов.
Кто бы мог подумать, что Ваня настолько хладнокровный вратарь. Далее мы опять спокойно позволяем играть Дании в нашей зоне. Фредерик Сторм бросает с неудобной и снова Федотов. Ваня плечом отбивает ее вверх. После заброшенной шайбы наши словили дзен и улетели куда-то в финал. Отпустили игру и позволяли Дании играть шайбой намного чаще. Но за 40 секунд датчане сами себя закопали очередным удалением, а могли бы потерзать нас. Но было видно, что уже наелись, отсюда и пошли удаление во втором периоде. Второй период уже по традиции стал ярче, интереснее, агрессивнее и активнее, чем первый. 5-18 по броскам и 1-0 в нашу пользу после второй 20-минутки. Видно, что установка на этот матч была как можно чаще бросать, создавать трафик перед вратарем и подбирать шайбу после отскоков. Вратарь сборной Дании Фредерик Диков играл свой первый матч на Олимпиаде. И перед этой игрой Дмитрий Лукашов разобрал в своей телеге игроков, их плюсы и минусы. По игре против Дикова он дал вот такие советы. Бросать, бросать и еще раз бросать. Вторые шансы. Все броски почти идут в неконтролируемый отскок. Больше показывать чтение игры на среднем уровне. Ловить ближние углы, зона над блином, броски акцентировать туда. Спасибо, Дмитрий. Тренерский штаб тебя, видимо, читает. Что ж, сборная России, похоже, так и делала два периода. На третий период мы вышли доигрывать большинство. Был неплохой момент у Слепышева, но его бросок прошел мимо ворот. На третьей минуте Елесин сильным броском щелкает по воротам, Диков отбивает щитком в сторону, а там Гусев резко выкатился на подбор и бросил мощно. Но шайба снова угодила во вратаря. Далее игра была похожа на первый период. Вязкая и тягучая, возня у бортов, вбросы в зону. Но у датчан обстояло все еще хуже. Пытались как-то нас прессинговать, строить какие-то атаки, но все это было без опасных моментов. В середине периода мы впервые удаляемся в этом матче. Павел Карнаухов за толчок на борт получает 2 минуты. Датчане очень неплохо на скорости входили в нашу зону, и одна из таких атак могла закончиться голом. Нападающий Йокерта Николас Йенсен бросает неудобный практически в пустые ворота, но шайба немного слетает и идет мимо ворот. Простили нас в этом моменте датчане, и это был самый опасный момент у наших ворот за весь матч. Не мудрено, что Йенсен после промаха разозлился, чуть не сломал клюшку и не разнес борт на скамейке, а чуть позже схватил удаление за подножку на Гусеве. За 2 минуты до конца Федотов просто на изи ловит шайбу от броска датчан. Пока скала просто. В конце Дания сняла вратаря и попыталась организовать несколько атак, но мы вытерпели и смогли забросить в пустые. 2-0, Семенов был точен, и это вторая победа на турнире. Итоги. Швейцарцы позавчера были намного острее датчан. Если можно говорить, что с сырами нам повезло, то в матче с Данией такого не скажешь. У сегодняшнего соперника было два опасных момента за матч. Это выход 1-0, когда ошибся Никишин, и промах Йенсена. В остальном все атаки мы Дании нейтрализовали. Но как бы закончилась эта встреча, если бы мы в этих моментах пропустили? Из 10 попыток большинства мы ни разу не забили. Да даже каких-то острых моментов за два матча при численном преимуществе мы вообще не создали. И это катастрофа, которая может аукнуться при играх с более сильным соперником. Толковых комбинаций по-прежнему нет. Точность и аккуратность в передачах нас тоже подводит. Мы либо бросаем по воротам с дальней дистанции, либо пытаемся что-то организовать благодаря индивидуальным действиям. Из плюсов стоит отметить, что вторую подряд игру мы играем на ноль. Федотов красавчик. Играет просто спокойно и без нервов. Хотя ситуацию его ворот иногда возникает очень опасное. Уже завтра нам предстоит игра с Чехией, и как минимум нападение у них выглядит лучше и мастеровитее, чем у наших других соперников по группе. И что будет, если мы пропустим гол? Сможем ли мы забить больше одной шайбы? Пока не знает никто. Жамнов недоволен игрой и очень здорово, что это признает. Надеюсь, не только на словах. В матче с Чехией нас ждет еще более тяжелая игра, причем без дня отдыха. Есть такое ощущение, что мы точно пропустим в этом матче. А сможем ли забить больше? Пока большой вопрос. Пишите свой прогноз на матч с Чехией и в целом по игре сборной России. Смотрим и верим в сборную.